когда-нибудь ужинали среди цветущих рододендронов и снежных шапок горных вершин на высоте 2320 метров над уровнем моря? Высота! Нет? Тогда вам просто необходимо посетить ресторан «Высота». Кстати, без малого один из самых высоких ресторанов России. Это место прекрасно в любое время года. Добраться до ресторана можно только по канатной дороге, которая начинается у подножья курорта «Роза Хутор». И, конечно, удовольствие от пейзажей по пути в ресторан вы получите не меньшее, чем от самого ужина на вершине. Наслаждайтесь европейской кухней, блюдами на мангале и величественным видом на Кавказский хребет. Ну а если повезет, при хорошей погоде вы даже увидите Черное море.